Что еще можно придумать прогулку в интернете? Что еще можно придумать? Такую вещь, как Тор. Слышали? Как? Тор? Это такая фигура, две перпендикулярно расположенных окружности. Что-то вроде бублика. Ну, глобально, да. Бублик, грубо говоря. Да. Ну, бублики относятся либо к кондитерским делам, либо к топологии. У нас это никто не работает. Да. Нет, две перпендикулярно пространство расположенные окружности. Это уже, это не наш предмет. Суть технологии то, что создается сеть прокси друг для друга. То есть каждый компьютер, включенный в эту сеть, по определенному шифрованному протоколу, общается с другими компьютерами. Являетесь для друг друга прокси-сервером? Являетесь друг для друга прокси-серверами. Еще одно соединение. Не обязательно, этого линка может не быть в природе. А почему нельзя соединить по круговой системе? Можно, но вы не можете знать, как у вас реальность расположена компьютер в какой типологии. Я отбалдею. Можно, например, вообще узел, который сам по себе узел. Четко знаю. Вот такого вынесла. И наши системы. Так вот, суть используемого протокола может показаться в том, что в виде обращения сюда восстановить запрашивающий компьютер практически невозможно. Данные шифруются и ход равными путями. Умышленно. Причем шифруется даже протокол роутинга, передачи данных сети. А это закон? Вот. В России закон. Если вам все-таки приспичило этим воспользоваться, но если вы это сайт доступен только через Тор, совершенно легальной информации, но немножечко со сдвинутым админом, который не хочет выкладывать ее в общий интернет. Бывают такие товарищи, страдающие явной формой паранойи. Что еще можно сделать? Виртуальная машина. Хорошо, раз. Попользовались громкими запрыгами. Можно убрать этот самый пакет, куда? Можно поставить крики контейнер. Открыли, попользовались, закрыли. Тоже вполне себе решили. Вариантов подобных торов существует несколько. Как правило, если тор это закрытая система. О, ударил ее. Сказал, ударил закрытую систему, лампочка выключилась. Ну да, спряталась. Скрытая лампочка. Закрытая система. Вот. А каждый из этих узлов выступает в роли анонимного прокси, а может быть и настоящим сервером. Это закрытая сеть. Она, у нее доступа нет. И с другими. И с ней нет. Если вы хотите увидеть Тор-сервер, вы можете поставить Тор-клиент. Есть энтузиасты, поднимающие шлюз, но может теряете смысл. Есть такая сеть, как I2P. Суть у нее примерно такая же. Скрытая маршрутизация туда-сюда. Но в ней весьма много шлюзов, которые торчат во внешний мир. То есть, если вам опять же запрещена прямая связь, вы уходите в эту сеть, задаете запрос, идет поиск самого ближнего шлюза, который может вам помочь. Надо понимать, что люди, которые держат эти узлы, действуют на свой страх и риск и за свой счет. Разумеется, если у меня канал 10 мегабит, то я для работы в сервисе I2P, для тех, кому я хочу помочь, 10 мегабит не отдам. Я отдам чуть-чуть. Килобит так 128, а то и меньше. Чтобы это мне не мешало в фоновом режиме. Поэтому, например, смотреть видео через подобные сервисы – занятие острой любви, так сказать. IP смотрю? YouTube. А. Скажем, есть какие-нибудь ролики, которые не предназначены для показа в вашей стране. Не встречали такое?
встречал много раз еще. В Ютубе таких полно. Теоретически его можно посмотреть вот таким образом. Практически не могу. Практически его можно скачать. Mm-hmm. Это вопрос о безопасном просмотре интернета. Mm-hmm. Не отслеживают. К сожалению, это бывает иногда. Зачем ты сейчас игрушки слетаешь? Правда. Написано. Я понял. В функциях содержится информация, которую сервер принудительно хочет сохранить на вашем компьютере. Пароли, ваши пользовательские предпочтения, еще что-то. А кэш – это именно содержимое самого сервера. Файлы, картинки и тому подобное. Для ускорения доступа. Как в прокси-серверах, но это несколько более много. Это просто разные вещи. Сайт грузится быстрее или медленнее, в зависимости от того, есть ли он в кэше, а вот необходимость вводить пароль, и он сам подставляется, это уже комплект. Если вы соединение с Gmail по протоколу HTTPS, то мне прилетают зашифрованные данные. У меня должен быть ключ для этого шифра. Да. Но каждый раз шифр разный. А как мне ключ перейдет? Процедура установки соединения, доверенное соединение. Там идет запрос, шифруется определенным ключом, который я проверяю независимо. По-моему, надо вспомнить. Честно сказать, не помню точно. Но на самом деле ответ сервера плюс что-то еще. Переводить только вот это совершенно недостаточно. Опять же, лучше не пользоваться веб-сервисом. Программа не работает. Будет гораздо приятнее. То же самое. Battle, Wolf, Thunderbird. И все все поняли, все все усвоили. То, чего не надо, вы в контактах вываливать не будете. Сеть полностью. Лучший способ ничего не выложить в контакте, это не регистрироваться там и туда не заходить. Ну, в общем-то, можно уйти в леса и жить земля. Но вряд ли. Все равно, а это со всеми. Ей пользоваться не собираюсь. Может быть, это есть печальный опыт пользования ею. В плане контингента, находящегося там. Можно отключить от интернета. Но нужно СЛО. Большое СЛО. Можно. 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 Можно.